шоу «Клуб Доберман» открылся 26 сентября 2015 года. 3 месяца мы работаем специально для вас. И вот мы собрались здесь, чтобы отметить настоящий Новый год. С Новым годом всех, друзья! Чтобы все было счастье, чтобы все не болели 1 числа. А серьезно? Серьезно. А секс? Не нужен. Это видео. И что это? Видео. Я понял. Видео — это когда фотография только двигается. Любви, счастья и свадьбы. Меня разыскивает полиция. В смысле, ты приехала и не поступила? Я Бенки хочу. Что говоришь? Бенки хочу. Не вариант. А ты? Я хочу семью крепкую и дружную. Ты дурная, что ли, а? Герман, респект деду Левчану, респект тем, кто здесь. С Новым годом! Шоу «Клуб Доберман». I don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my crazy world like the cool and cleansing rays. Before предложение. Это чистая правда. Сегодня этот красавчик, которого зовут Илья, сделал этой красавице, которую зовут Ксюша, предложение руки и сердца через Деда Мороза. Дед Мороз принес письмо, прочитал. Илюха вышел, сказал: выходи за меня. И Ксюша говорит: да, я согласна. Ксюша не понимает, что происходит, но это нормально. Илья, почему ты решил сделать именно у нас в клубе? Ну, у вас очень хорошее место, и Дед Мороз подходящий попался. Поехали ко мне. Я тебя положу в спальню, накачаю. Дедушка, у меня совращает. Деду Морозу на Новый год. Что ты писал в письме? Я писал, что хочу выступить в Добермане, и эта мечта сбылась.